Первое время чумы. В самопровозглашенной ЛНР крушение самолета в Египте отпраздновали массовыми гуляниями. В частности, в то время, когда россияне скорбят по погибшим в авиакатастрофе российского самолета в Египте, где погибло 224 человека, незаконные ЛНР затеяли народное гуляние, передает главное, пишет «Час пик». В Луганске с размахом отметили годовщину со дня создания террористической 2-й мотострелковой бригады. В городе прошли военное праздничное мероприятие и веселый праздничный концерт. Песни и пляски – все по стандартам новорусской духовности. Также боевики гордо выложили образцы оружия, с которого убивали наших солдат, и даже разрешили местным жителям разбирать автомат Калашникова. Люди считают, что было бы лучше не устраивать пир, а выдать зарплаты и пенсии.